потрясение. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Рис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по... Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворный... Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова... Поспокойнее, с Йеннифер. Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири, мы... Вот были времена. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Закончилось все не слишком? Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог... Это только... Сейчас. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. А! Не тронь! Лишь бы нам солнышко светило. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Может, еще кого на помощь позовете, а то вдруг втроем не справитесь. Чё? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. Твоей жопой я сам! Ноги! Не отпускай его! Приятно было познакомиться. Идем? На помощь! Помогите!
Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вам надо думать, вознаграждение полагается?